Сегодня о поборах начальства полиции сотрудников СОБРа Атырау и эксплуатации граждан Узбекистана в области ЖТСУ. В РОВД много работы. Вам бесплатно же все равно здесь, а я нормально заплачу. Бесплатно вам здесь? Сколько платят? Бесплатно же? Это Асхат вас, да, попросил? Замначальник, да? Асхат, он попросил. Ну, замначальник, да? Да, да, Асхат. И что, когда освободить, не сказали? Капец, блин, Асхат, блядь. Еще бы домой бы, блядь, бесплатно привез бы узбеков. Как эксплуатировать наших братьев в поверье, блядь? Так же не пойдет же, блядь. Им свои семьи надо кормить. Начальник полиции Панфиловского района области ЖТСУ полковник Асхат Кусимбаев заставил граждан Узбекистана бесплатно работать. Люди без всякой оплаты красили заборы здания полиции в Жаркенте. По словам автора видео, это только один зафиксированный на видео факт. Полицейским выделяются деньги из бюджета на ремонт зданий. Однако Кусимбаев и ему подобные предпочитают бесплатно использовать рабочую силу трудовых мигрантов. А деньги из бюджета, конечно же, пойдут в карман полковника. О деятельности полковника Кусимбаева смотрите на телеграм-канале БАСЕ. На Кусимбаева пожаловались его подчиненные полицейские. А сейчас о поборах начальства полиции Атырауской области. Прослушайте аудиозапись из Атырауского СОБРа. Перевод смотрите в титрах. Командир вызвал, те, кто в отпуске, те, кто больничный, и семья ландер. Я это командир вызвал, она кище он мана жинадок. Приказом бар, бей меня, халанар броню 100% жинад пердык. Брак он ман азбуат тида, он бис мана жинайтын балам жигиттер. Ендігі 5000 теңгені стекенге жөндіш, Стыбайып Нұрболатқа. Қалай қауылдандыр? 10-15, 15000-нан жетер. Енді 5000-нан жөресіндер. Ақша жетпей атыр. Сол себептен жасылып атқан нәрсе жігіттер. Тұрстап түсіндер, мен шығарып атқан нәрсе емес. Түсінікті оды. Бүгінен қалдырмай, бүгін ертеңнен қалдырмай жинап беріңдерші, 15000-нан. Кім 10 000 жерін жоқ, солар 15 000 жерет, кім 10 000 жерді, солар 5 000 жерет. Сізге потом список шығарып қойсын ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Жігіттер тездет маған ақша жібересіңдер ғой 5 000. Таңертең командир өзі шықты, таңертең осы бағытта айтты. Если есть предложение, если есть возмущение, жігіттер, командирлерге предложение ретінде, енгілерін ретінде айтуға болады. Бірақ 1-сот, 2-сот, 3-сот предложениелерін бар ма, өзгерту жөнінде дегенде, ешкім ештеңе айтқан жоқ. Септик бойынша, Толықтай, отыздағы командировка деп себеп қасайды жүрді. Тезет жөріндер, 5 теңгеден қаршам, а командир замечание сұрады, а тақта септик толқыла. Ана аптады ма, бір, мұстан бір, 3-4 апта бұрын, 2-сот сұрды, сұрғызды, точнее. Сенде біздің езек, хорошо? Каждый день жирный шитер. Хорошо, по 500 тенге. Элементар, дорос будет платить на 7 минут, вот так сисим. Жо вообще. Тебе до свидания, разговорный вопрос.